Анна! Анна, проснись! Анна! Что? Что? Звони скорее в милицию! Анна, что? Что? Звони скорее в милицию. В милицию звони скорее. Зови соседей! Помогите! Милиция! Двор! Помогите! Анна! Неси скорее мой пистолет! Он под подушкой! Отпусти руку, милый, слышишь? Положи. Мы же прикончим тебя и всю семью. Пустили вам всем конец. Я волк, слыхал? Отпусти руку, гад! Отставить. Охранять место происшествия, никого посторонних не допускать. Товарищи, товарищи, освободите. Нам позвонили ваши соседи. Перов, капитан в розыск. Это лейтенант Крутов, эксперт-криминалист Паршин. Займитесь потерпевшим. Я вас слушаю, товарищ профессор. Я проснулся. Слышу звуки какие-то. Смотрю сюда, рука вот просовывается, она нащупывает засов. Я схватил ее, я думал задержать, а видите, что вниз. Что? Товарищ капитан, похоже, как на прошлой неделе. Да. Один и тот же почерк. Банды Волкова. Как? Волкова, говорите? Он так и представился. То есть? Когда грозил отомстить. Потише, пожалуйста, товарищи. Все понятно. Телефончик они вам отключили, проводку перерезали. А вот с дверью, секундочку, отойдите в стороночку. Да. Двойная железная обшивка. Вот это вас и спасло. Потому что первые пули пробили, эксперт. Извлеки барбу. Быстренько, быстренько. Товарищи, товарищи, освободите лестницу. Убили. Такой молодой, такой красивый. Почему же убили? Только ранили. И думаю, что будет жить. Швайко, помогите Круту. Быстро, быстро ее. В машину и в нашу спецбольницу. Ну не возитесь, быстро. Пройдем. Помещение.
Да? Ну, все понятно. Револьверный. Образца 1936 года. Куча. Выпей. Вспомнил. Что вспомнил? Вспомнил что, стакан. Товарищ капитан, я вспомнил. Что? Я узнал ее. Кого ее? Убитую. Димон Картурович, ну не убитую, раненую, мы же говорили. Ну, поверьте, что я был на фронте, товарищ. Я разбираюсь в этих делах. И не волнуйтесь вы так, зовите меня не товарищ капитан, а Василий Васильевич. Хорошо, хорошо, Василий Васильевич. Хорошо, так вот, я вспомнил, я узнал ее. Это же почтальонша, она же на днях заходила, принесла заказное письмо. Жена в это время уходила к подруге. Стоп, а вот теперь постарайтесь вспомнить все в мельчайших подробностях. То каждой детали. Сейчас, я буду... Буду стараться сейчас. Спокойно. Буду стараться. Значит так, она приходила днем, в воскресенье. Так. Принесла заказное письмо, я расписался, дал ей рубль. Она не взяла. Она показала свою тяжелую сумку, пожаловалась на этаж и попросила пить. Я ушел, на кухню ушел. А она осталась в прихожей одна? Да. Да. Я принес ей стакан соку со льдом. Она пьет, квартиру похваливает, спросила много жильцов, соседей. А вы? Я сказал, что мы вдвоем с женой живем. Сын-то у нас на войне погиб. Вот. Выпила сок, поблагодарила, ушла. Вот и все. Ну, слушай, теперь все ясно. Просто бандиты хотели заранее осмотреть вашу квартиру. А заодно и замочки пощупать. Осторожно, осторожно. Так. Анна Григорьевна, Иман Тартурович, я не хочу вас пугать. Но не исключена возможность, что бандиты попытаются вам отомстить. Боже мой. Что же нам делать? У меня есть пистолет, мне полагается, я работаю над важной темой. Пистолет, это, конечно, прекрасно, но сегодня же я буду разговаривать с руководством о том, чтобы они обеспечили охрану вашей семьи. А нас всего двое. Ну, прекрасно, это облегчает задачу. Я, правда, не знаю, но стоит ли беспокоиться, ведь сейчас... На службу и домой меня возит машина. А Анна Григорьевна сейчас не будет покидать дом, поскольку продукты стану привозить я. Не могу же я вечно сидеть в заперти. Ну, положим, мы не собираемся ловить их вечно. Мы постараемся взять банду в самое ближайшее время. Ближайшее время понятие растяжимое. Анна, этот вопрос не лежит в сфере твоей компетенции. Товарищам виднее. И запомните, что отныне вы будете ездить на работу на нашей машине. А сопровождать вас будет лейтенант Крутов. Вот и все. Не нервничайте. До свидания. До свидания. Да, что было в этом письме? Ерунда совершенная. Какая-то Муся сообщала мне, что ее приезд откладывается. Я отродясь вообще никакой Муси не знал. Это письмо сохранилось? Да. Дайте его мне. Анна, пожалуйста, давайте все-таки взбодримся, выпьем кофе. Анна, пожалуйста, накрой, завари покрепче. Благодарю вас. Спешу, у меня много дел. Завтракать вы будете с лейтенантом Крутовым. До свидания. До свидания. Паршин. До свидания. Еще раз всего доброго. Всего доброго. Работаем, работаем, а толку чуть. Поймаем этого волка, Василий Васильевич. Так у него все просто. Ну что ж ты раньше-то не поймал?
Которое преступление уже. Новых улик практически нет. Одна надежда на комбинацию с наводчицей. Вряд ли его клюнет на эту приманку. А я уверена, клюнет. Да ни почем. Ладно. Давайте-ка займемся делом. Значит, это так. Поезжайте по почтовым отделениям. Разберите их между собой. И начните с тех, которые ближе к дому Либель. Нужно установить личность наводчицы. Жаль, штемпели смазаны. Наверняка сделано нарочно. Непонятно, откуда отправлены, каким почтовым отделением принят. Черт. Ладно. Теперь о приманке. Товарищ капитан. Да. Есть предложение. Используем профессора Левеля в качестве приманки. А почему окомстить тем, кто помешал налету? Отставить. Не можем рисковать его жизнью. Каждый честный человек – это великая ценность. Но в нашем деле рисковать жизнью можем только мы сами. Но фронт на другой передислоцировался. Верно. Война для нас не кончилась. Василий Васильевич, разрешите приманкой буду я. Василий Васильевич, больше некому, так только ей. Ты хоть понимаешь, кто такой волк? Матерый бандит, и терять ему больше нечего. Будешь, Света. Обязательно будешь. Потому что лучше нее никто с этим делом не справится. Вот ты, Игорь, обеспечишь ее безопасность. Спасибо. Газетой займусь я сам. Перов у телефона. Да? Так точно, товарищ полковник. Слушаюсь. Спасибо, товарищ полковник. Есть. Есть проинструктировать охрану. Ну вот. Охрана для Лебедя выделена, сказал полковник. Ну все, разъезжайтесь по почтовым отделениям. Есть. Ну а ты, Светлана, привыкай к мысли о приманке. Узнала, как мне узнать. Это Надя Васильева, почтальонша наша. Позавчера не вышла на работу и в общежитие не явилась. Что с ней? Ранена. Ранена находится в спецбольнице нашего управления милиции. Врачи определяют ее состояние средней тяжести. Серафима Сергеевна, вы ее непосредственный начальник. Как вы можете ее характеризовать? Не знаю. В общем, работница она неплохая. Может быть, неровная, что ли. Иногда там... Под настроение, все не в руках, так и кипит, и там сортировка, обработка, доставку быстрее всех выполнит. Хоть участок у нее не из легких. Ну, а иногда бывает, там, через пень-колоду напутает все, сделаешь замечание, огрызается. Да, но в личном плане, в быту. Какой у них быт в общежитии, сама посуди. Насчет личных планов, девочки говорят, в общежитии Надежда не каждую ночь ночевала. Изменила война девок. Знаешь, как теперь рассуждают? Война, мол, все спишет. Сама знаешь, сколько нас теперь? На одного мужика-то приходится, так что иногда осуждать как-то язык не поворачивается.
Вы знаете, мне нужен образец почерка Васильевой. Может, у вас заявление ее есть или что-нибудь? Есть заявление о приеме на работу. Пожалуйста, сейчас я покажите. Вот. О, вот как раз. Спасибо. Пожалуйста. Я возьму это. Хорошо, пожалуйста. О нашем разговоре, пожалуйста, пока никому. Но если будут спрашивать, скажите, поправляется. Всего доброго. До свидания. Хорошо, я выполню точно так, как вы сказали. Минуточку, а передачу Наде можно отнести? Спасибо, у нее все есть. До свидания. Уклонитесь, Езди. Пусть поправляется. До свидания. Понимаешь, Егор, для нас это исключительно важный момент, но есть доля риска. Удивляешь ты меня своими уговорами. Неужели после всего, что вместе на фронте прошли, я тебя понимать перестал? Считай, что я в твоем подразделении пожизненно, понял? Вась, ну а что насчет семьи, слышно? Ничего пока. Понятно. Напомни, в каком месте их разбомбили? Под Пермью. Под Пермью. Ты знаешь, у меня там сейчас в областной газете однокашник один появился. На месте-то, я думаю, может, легче будет узнать что-нибудь новое. Черкну-ка я ему пару строк. Напомни мне года их рождения. Ну, жена Варюша 915-й. А дочки? Старшая. Иришка. 35-й. 35-й. А Наташенька? Довоенная. 40-й. Завтра напишу. Ну, давай теперь ставь свою задачу. Ну, происшествие это нужно напечатать как можно скорее. Вот текст. Ну что, если постараться, то можно прямо в завтрашний номер поставить. Как прикажешь, под моей подписью? Да. Только учти одно обстоятельство. Не исключено, что они будут дознаваться, откуда это исходит, от кого, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Поэтому в данных обстоятельствах действовать так. Анна, послушай-ка. 11 апреля в 3 часа ночи при попытке проникнуть в квартиру гражданина Л была задержана некая Васильева, Надежда Осиповна, 22 лет. Ее сообщники, действуя по бандитским звериным законам, попытались убить Васильеву. Но врачам удалось спасти ей жизнь. Вскоре преступница предстанет перед судом. Предполагается организовать показательный судебный процесс, чтобы дать урок тем, кто взламывает квартиры честных тружеников, терроризируя население нашего города. И подпись Ремезов. Ну, благодарение судьбе и докторам. Девушка жива. Эйман, Эйман, все ты. Ты во всем виноват, ведь если бы ты не схватил ее за руку, девушка осталась бы невредима. А если бы она умерла, ты стал бы убийцей. Господи, ты не права, Анна. Ты не права, разве в такой ситуации можно было все предугадать? Теперь они станут нам мстить. Ты же слышишь, как Перов сказал, у волка есть свой почерк, значит, волку все удается, ему, а не милиции. Это не есть разумные доводы, Анна.
Такое появилось в прессе не случайно. Я боюсь. Перов человек непростой, он ведет тонкую игру. Ну что ты? Перов служил в армейской разведке. Он кавалер многих орденов. Да. Герой. По-моему, ясно. Письмо писала сама Васильева. Посмотрите, какое Р характерное, да? Вот. Ну, В. К тоже. Да, да, согласен. Но все-таки отправь научно-технический отдел на экспертизу. А заключение подошлем к делу. Есть. Капитан Перов у телефона. Алло, Перов. Привет. Это Ивановский из 19-го. Читал вашу заметку. Ловко это вы насчет убитой Васильевой придумали. Хорошая залипуха. Но она действительно жива. Да? Да, она тяжело ранена, но жить будет. Факт. Стоп. А кто это со мной говорит? Повторите фамилию. Клюнули, девочка. Клюнули. В редакции домой топаешь? Пусть ты говоришь. Написал. Ну, написал. Какой больнице, Надька? Быстро, если жить хочешь. Быстро, пусти. Какой больнице, Надька? Спецбольница МВД. Так. Больше ничего не знаю. Патрульно-постовая служба! Предъявите документы! Все как Перов говорил. Все по инструкции. Это что? Наповал его. Попадет мне от Перова. Формально, Игорь, тебе за такое качество стрельбы высший балл полагается. В нашем деле это промах. Да еще какой. Ох, засадил бы я тебя на губу. Да ты мне в операции нужен. Раззява. Виноват, товарищ капитан. А в темноте всегда так. Рефлекс. Рефлекс? А второго упустил тоже рефлекс? Так его ж машина за углом ждала, он туда и ходу. Сразу за поворотом скрылись. Работничек. Вот бандиты тебя сейчас, наверное, с благодарностью вспоминают. Дескать, милиция-то с нами в поддавки играет. Раззяло. Ладно. Значит, так. Убитого бандита предъяви для опознания потерпевшим. Кто узнает его, тот может вспомнить приметы остальных, в частности, волка.
Ведь конкретных и четких описаний у нас до сих пор нет. Как сговорились, все в один голос твердят. Страшные такие, лица жуткие. Так и что же их можно понять? Ночь, темнота, люди спокойно спят, а тут вдруг такое. Вызывайте потерпевших для опознания. Тот бандюга, когда живой был, много человеческих жизней загубил. Так пусть теперь хоть мертвый нашему делу послужит. Светлана. Да? Ты обзвонишь всех, кто живет поблизости, у кого есть телефоны, на работе и дома. Выполни. Что стоишь, Крутов? В машину! И поезжай по тем адресам, где живут далеко и без телефонов. Есть! Как получил? Ладно. Что, Василич, смурной такой? От разыскников насчет его семьи ответ пришел. Опять ничего. Черт. Свет! Я тебе позвоню. Попробуй. Ксюшенька, сегодня собирать? Нет, нет, не смогу. Да я нездорова. Да, хорошо. Следующий. Сторожич. Олег Витальевич. Здравствуйте, товарищ Петрович. Проходите, садитесь. Значит, вы утверждаете, что узнали покойного? Несомненно, это один из тех, кто меня ограбил. Олег Петрович, нам крайне необходимо знать, как выглядели остальные двое налетчиков. Опишите их внешность. Ну, обыкновенная внешность, ничем не примечательная. Как говорится, среднестатистическая. А какие-нибудь особые приметы? Там усы, шрам или глаз, например, косит? Извините, ничего такого не заметил. А потом, как я их мог разглядеть? Они как вошли, сразу руки с стаканом, лицом к стене. Я так и простоял, пока они орудовали. Может, потому и жив остался. Простите. Повторите, как вы сказали, руки за голову? Именно. Света, пишите протокол. И это, простите, все? Не понял вопроса. Ну, вы не спрашиваете, откуда у меня, обычного счетовода, взялась коллекция уникальных часов, которые преступники... Я вам сейчас все объясню. Мой дядя был вдовец, слыл страстным коллекционером. Детей у него не было. И когда дядюшка скончался, все перешло мне. Вот документы о моем наследовании. Не надо, Олег Витальевич, мы в курсе. Вы свободны, до свидания. Пожалуйста, распишитесь. Спасибо. Ваш пропуск. Всего доброго. Простите. Я все-таки хотел вам объяснить, чтобы вы не подумали обо мне плохо. Я не стяжатель. Коллекцию эту. Или, вернее, все, что осталось от нее, я завещал музею. Вот завещание, вот завещание, которое заверено у нотариуса. До свидания. Пропуск дадите, при выходе. Хорошо. До свидания. Стало быть,
Узнали его, Настасья Федоровна? Узнала, Соколик. Узнала супостата. Он и был. Но ведь не один. Ой, не один, это точно. Вот как бы ты мне других показал, я бы узнала, тот или не тот. А так не вспомню. Уж много вы спрашивали. Вот барышню ее я хорошо запомнила. Молоденькая, вот такая беляночка. Нипочем не скажешь, что бандитка. Да, а те мужики, как мужики. Росту обычного, волоса у них вроде пиги, да. А нос, глаза, вот, так все на месте. Еще раз, Настасья Федоровна, расскажите, как все случилось в тот вечер. Все с самого начала. Ну, стало... дело было так. Я в кухне хозяевала. Николаю Викторовичу, как жена его померла, я нянькой была, вроде, ну, домрабой по-нынешнему. Вот. Он стал, работает, сидит. Вдруг двери звяк. Там люди затопотали и шипят ему лицом к стенке, руки за голову. Угу. Потом ко мне в кладовку запихнули, закрыли. Ну, я, конечно, обомлела с первоначалу. А потом гляжу, щелка в двери. Я и приникла. И как раз вижу Николай Викторович с руками закинутыми, отвернувшись, сидит. Те мечутся и вещи собирают. А тут Николай Викторович тихонько к ящику потянулся. Там у него завсегда револьвер лежал. А бандит один, стал караулев, мигом кинулся Николаю Викторовичу в голову. Не плачьте, Настасья Федоровна. Ой, милый, да я не плачу. Войну, похоронку на трех сыновей получила. Мои слезы уж кончились. А только подумалось, Николай Викторович в блокаду. Ни бомба, ни голод не взяли. А в мирное это время такую смерть приняли. Это ж тот вечер, разве у нас люди были? Фашисты. 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 Мы найдем их, Настасья Федоровна. Ой, дай-то Бог. Пропуск ваш. Пожалуйста, распишитесь вот здесь. Ой, милый, распишись за меня. Я грамотно не вольно. Хорошо. Вы свободны. Спасибо. До свидания. До свидания. Прошу вас. Итак, Ирина Георгиевна, вы утверждаете, что узнали убийцу? Да. Расскажите еще раз, что было той ночью? Понимаете, очень трудно вспоминать это еще раз. У нас нет другого выхода. Иначе мы не сможем найти убийц вашего мужа. Я понимаю. Я постараюсь. Как они открыли дверь, мы не слышали. Бандиты ворвались в спальню, зажгли свет. Простите, окна спальни были закрыты шторами? Да. У нас очень тяжелые портьеры, они еще остались со времен светомаскировки. Да. Так вот, они
скрутили меня, заткнули рот. А муж боролся, он очень сильный человек был. И мне как не удавалось его скрутить, и тогда раздался выстрел. Он упал. Помню, что один из бандитов сказал: «Красиво ты его, хоть фотографируйся рядом. Это не люди, это звери. Простите». Мы больше не будем вас задерживать, Ирина Георгиевна. Здравствуйте. Бандитов было трое. Четвертая наводчица Васильева. Один бандит и Васильева выбыли из игры. Похоже, их осталось двое, волк и напарник. Глубоко копнул. Светлана, твои соображения? Не знаю. Особых примет нет ни у того, ни у другого. Вот это второе. Да. Но есть еще третье. Есть еще и третье. Но это я должен проверить сам. Михалыч, пора в больнице кадры комплектовать. Выезжаю. Наводчицу какую-то. Свои же, говорят, и подстрелили во время налета. Вот выходили ее, жива осталась. Восьмую, отдельную, как барыню, совсем почета. Глеб Максимович, уважаемый, рад бы, да не могу. Ну вот у вас ранение, инвалид, работа у нас тяжелая. И носилки таскать надо, и полы мыть. Да и больные, сами понимаете, спецконтингент. Ну, я же всю войну в медсамбате. Ну, а нога, ну, до свадьбы заживет. Понимаю. Ну, не расслабляйся. Вот он, телефон. Значит, свяжитесь с кадровиком, так, который ведет медотдел МВД. Ну и думаю, что в поликлинике или на стационаре для вас работа найдется. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго.
руки за голову, лицом к стене. Алло. Ну, здравствуй, хозяйка. Не вздумай только трубку вешать. Кто это? Папашку твоего охраняет, мы видим. Но заходи мы, и наша пуля все равно его достанет. Как вы смеете? Если не хочешь получить его голову в ссылке, говори правду. Наша девчонка жива или нет? Где она? Я ничего не понимаю. С кем я говорю? Мы те, кто всегда рядом. Привет от волка. Отвечай, где девчонка? А то гранату кинем, взорвем тебе, ясно? Жива. Жива ваша. Ну, если обманула, подорвем. А про нас ни звука, иначе подорвем. Извините, вы не подойдете. Работа у нас сугубо мужская. Но я же на фронте санитаркой была. Бойцов с передовой выносила. Живу вот рядом. Мне так удобно было бы. Я понимаю, но... Знаете ли, здесь больные ведь необычные. Так что требуется мужчина. Извините, нет. Бюрократ. Алло. Я товарищ полковник. А, да, наняли мальчишку без призорника. Ну да, он по их сигналу за трешку камень кинул. Да. Он отправлен в спецприемник распределителем. Нет, нет, нет. К их делам он никакого отношения не имеет. Ну что ж, пока сижу здесь. Безрезультатно. Сколько человек прошло, и вроде бы ничего похожего. Я признаюсь, уже как-то начал сомневаться, правильно ли мы все рассчитали. Что-что? Нет, ну, может быть, мы напрасно ждем? Есть. Продолжать. Слушаюсь, товарищ полковник. Красивая работа. Сфотографироваться бы. Да-да, войдите. Ну, сразу, товарищ Званцев, я вам ответ дать не могу. Нужно выяснить еще ряд моментов. Мы понимаем. Никаких претензий. Пожалуйста. Ну, зайдите завтра. Примерно в это же время. Слушаюсь. И рад буду по совести слушать. Как на фронте. Впрочем... Подождите. Слушаюсь. Руки за голову, лицом к стене. Угощайтесь, братцы. Не стесняйтесь. Мне брательник из-под Пскова присылает. Так что живем не тужим. Смелей. Давайте, давайте. Одиннадцатого апреля
3 часа ночи. При попытке проникнуть в квартиру гражданина задержана скоро преступница, предстанет Ремезов. Точка. Братцы, а это Васильева, она что, тут и лежит, да? Тут и есть. Где же еще налетчице быть? 8-й отдельно располагается, со всем почетом. Ну, дела. Дела. Значит, нам туда дорога, прямая пыта, а папа в нос ведет. С боем взяли город, прям в город весь прошли, и посреди улицы позвали, прочли. Он позвонил, такое право слово, по небое, Минская улица, по городу Задержали, товарищ полковник. Можно давать сигнал о начале операции. Весь район в радиусе 2 километров от спецбольницы оцеплен. Везде засады. Будут прочесаны все улицы, переулки, дворы. Каждый метр. Полагаем, что сообщники этого санитара Званцева должны быть где-то рядом. Наверняка будут его ожидать. И, наверное, с машиной. Гражданин Маркелов, вы знаете этого человека? Нет. А вы, гражданин Кирилюк, знаете гражданина Маркелова? Никогда не видел. Уведите. В
Что-то пьете вы, товарищ начальник. Да видно, адметом подмахнулись. Не понимаю, за что я здесь? Машина, за рулем которой вас задержали, числится в угоне. А ваши права поддельные. Но это только начало разговора. Вот именно. Увести. Вот что. Завтра же проводим опознание на Выборку. Вызывайте людей. Начинаем. Прошу вас. Дольская Ирина Георгиевна. Посмотрите внимательно, Ирина Георгиевна. Не узнаете ли вы кого-нибудь среди этих людей? Видите, слева. Второй справа. Это они мужа. Вам плохо? Лекарство? Вы же видите, дамочка-то не в себе. Молчать. Кирилюк. Ирина Георгиевна, постарайтесь вспомнить, кто из них убийца вашего мужа. Кажется... Нет, я не помню. Я не знаю. Товарищ Крутов, проводите Ирину Георгиевну. Есть. Пересядьте, пожалуйста. Суржич, Олег Витальевич. Олег Витальевич, посмотрите внимательно, не узнаете ли вы кого-нибудь среди этих людей? А вот третьего я... Достаточно. Вы свободны. Всего доброго. Он убит. Он, Николай Викторович, он убивал. Вы набрали идиоток. Подтасовкой занимаетесь, начальники. Еще. Вот этот. Истинно. Как на духу говорю. Истинно, истинно! Ладно, хватит, пиши, пиши, начальник, да! Да, я убивал, на мне кровь, меня судите, а он ни при чем. Заткнись, недоносок! Увести этого! Игорь, займись им немедленно. Есть. Все свободны.
Кирилюк! Кирилюк, сядьте сюда. Напрасно вы этот цирк затеяли. Ну, допустим, участвовал. Убивал-то тот, третий, о котором счетовод вспомнил. Кстати, где он третий? На том свете, Игорь Ранин. Чего очные ставки не делаете? Я бы очень на ней настаивал. Тот третий ты убивал. А мы что? Но будет срок за недонесение о преступлениях. За соучастие. Да, за недонесение о преступлении. Нет, не о преступлении. О преступлениях. Ну, пусть так. Но если тот придурок упрется, с ним валандайтесь. А на мне крови нет. Врешь, Кирилюк. А Новгород? А Псковщина? Может быть, село Красино тоже забыл? А ты знаешь, кто был в сарае, который ты поджег собственной рукой? Дети, старики. Женщины. 280 безвинно загубленных тобой душ. В архиве имеются и другие документы. А на днях приедут свидетели твоих зверств. И будем проводить опознание. Дайте ему водички. Нельзя тебя расстрелять, а потом оживить. Чтобы снова расстрелять, а потом оживить и снова. Чтобы ты своей шкурой поганой заплатил за каждую загубленную тобой душу. За каждого ребенка, за каждую женщину. За каждого старика, за каждого бойца. Уведите тут этого... Василий Васильевич. Да? Как же вам удалось выйти на то, что волк фашистский подручный? Не секрет? Да нет, Свет. Какие ж тут могут быть секреты? Три детали меня замучили. Какие детали? Ну, помню, свидетели говорили, что бандиты командовали руки за голову лицом к стене. Вот так командовали пленным фашисты.
Русские обычно говорят руки вверх. Второе. Фашисты приканчивали свои жертвы выстрелом в затылок. Эти действовали так же. Помнишь, даже сообщницу свою? Верно. И, наконец, третье. Дольская сказала, как один из бандитов говорил про убитого мужа. Красивый ты его. Хоть фотографируйся рядом. Ну, а вы же знаете, как любили фотографироваться рядом со своими жертвами фашисты. Господи, как верно. Вот эти три детали привели меня к мысли, что либо Кирилюк — это фашист, который скрывается под личиной русского, либо это фашистский прихвостень, который хорошо усвоил их методы. Но найти его в архиве — это уж дело нетрудное. Вот так. Ну что, ребятки, а не выпить ли нам чайку? Свет, займись. Слушаюсь.